Хей-йоу, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня я вам расскажу, как вы сможете покупать ножи за 0.03 или по очень выгодной цене. Поэтому, дружище, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на мой канал, потому что это не кликбейт. Вы просто, ребят, посмотрите. Вы думаете, я шучу? Окей, посмотрите, история покупок и мой последний нож я купил за 1.5 голды. Это не постанова, это не мошенничество, это самая настоящая покупка ножа за 1.5 голды. Поэтому, если ты хочешь так же, ставь лайк, подписывайся на мой канал и смотри это видео дальше. Ребята, я думаю, вы видели вот такие вот скриншоты, и да, это не постанова, и да, это не фотошоп, это реально нож, это реально керамид голд за 0.03. Сейчас я вам расскажу, как можно было его получить. Ну а прямо сейчас я вам покажу самый жесткий баг, при помощи которого раньше вы могли получить полностью весь инвентарь совершенно бесплатно. И он реально работал. И реально знают и людей, которые полностью инвентарь забивали АВМ спортами В2 и керамбитами голд. Это, ребят, не кликбейт. Смотрите, как это было раньше. Вы ставите на закупку вот так. 3000, ну, например, 3011, да? Просто, чтобы цена была выше. Видите? Теперь запрос мой. Теперь надо, ребятки, потратить немножко голды. Покупаю. Все, я купил. Теперь, смотрите, у меня на счету 3222. А теперь, ребята, внимание, смотрим на мой запрос. Запрос на покупку. То есть, мой запрос висит за 3300, но у меня на счету 3200. И то есть, раньше был такой баг, что если кто-то продает нож за 0.03, он попадается именно вам. Но если кто-то продает по полной стоимости, то он продается другому чуваку. И раньше при помощи этого бага можно было набить полный инвентарь аркан. Ребят, если вы не знали, поставьте плюсик в комментариях, потому что я для вас сделал очень огромный и очень секретный инсайт. Также есть еще один проверенный способ, это, ребята, трейдинг. Это самый проверенный способ в мире. Знаете почему? Да потому что нереально прогадать. Ну, например, вы, ребятки, покупаете наклейки. Вот я, видите, накупил кучу-кучу наклеек. Раньше эта наклейка стоила, ну, чтобы не соврать, 600 голды. Теперь посмотрим, сколько она стоит сейчас. 3300! А теперь, ребята, представьте, что прошло еще один год, и эта наклейка будет стоить 1010 голды. И вот таким вот простым способом, просто покупая наклейки, вы, ребята, сможете в будущем навариться на очень большую сумму. Ну и, конечно же, самый банальный способ, это, ребятки, открыть кейс. Давайте мы это и сделаем. Ну, надо попробовать. Ну, вдруг сейчас навалит, и я скажу, что это самый крутой способ. Но... Чё-то, ребята, кейсы в игре открывать чё-то вообще нифига не выгодно. Давайте еще один кейс. В целях эксперимента проверяем хэштег аркана, и мне выпадает опять сраный эпик. Ну, ребята, у меня есть еще один очень крутой способ. А что, если мы откроем кейсы на сайте? Там, где шанс выбить нож гораздо больше. 5 минут later. Ну что же, и прямо сейчас мы, ребятки, проверим сайт Steady Drop. Почему именно Steady Drop? Да потому что он самый проверенный, и он уже больше года существует. Это самая первая рулетка по стендоффу, поэтому я рекомендую использовать именно ее. Так, ну что же, сейчас мы, ребята, проверим, насколько все это выгодно. Ну, например, смотрите, давайте начнем с Furious кейса. Почему бы нет? В игре они стоят 100 рублей, тут они стоят 50 рублей. То есть, как минимум, это уже вдвое выгоднее. Это плюс. Сразу 5 кейсов, пацаны, я пополнил себе баланс на 4700, и мы должны быть в плюсе. Блин, если сейчас выпадет нож, я охренею, честно. Давайте, пацаны, я открываю сразу 5 кейсов. И как вы думаете, что же мне выпадет? Прямо сейчас напишите в комментарии, поставьте лайк и поддержите меня вашим хорошим комментарием, блин, керамид скретч! Вот это да. Блин, пацаны, почти. Мы в минусе, но не в большом. Продаем все. И давайте еще 5 кейсов. Тут, кстати, можно открывать кейсы быстро. То есть вы откроете кейсы за 2 секунды. Давайте пробуем быстро открыть. Так. Мне выпадает. Блин, мы опять в минусе. Я понял, ребят, но не расстраиваемся. Мы в минусе всего лишь на 200 рублей. Даже меньше, поэтому не грустим. Давайте лучше пробуем открыть кейс. Ну, какой-то такой, ну, например, кейс нового обновления. Почему бы и нет? Сразу 5 штук. Гулять так гулять. Поехали. Давайте, пацаны. Вот как вы думаете, выпадет что-то нормальное или нет? Вот прям сейчас напишите в комментариях. Пожалуйста, блин, если бы был какой-то ножик, как же я был бы рад. Кстати, сейчас мы и проверим, где же выгоднее открывать кейсы. На сайте или в игре. Так, пацаны, пока что. А, смотрите, выпал 5-стен вином. О, слушайте, вообще пуля. Нифига себе. Давайте все продадим. Нормально. Тут есть еще один кейс.
Я его называю беспроигрышным. Это, ребят, от Аркана Кейс. Он реально очень дорогой. Но если вы все поставите лайки, я прямо сейчас открою две штуки. Вот ты, прям ты, пожалуйста, поставь лайк и нажми на колокольчик. Давай. Поехали. Два Аркана Кейса. Я сумасшедший. Почти 1500 рублей, блин. Если бы был Gold School, было бы тоже круто. Пожалуйста. Ну хотя бы один нож. Хотя бы один нож. Ай, почти, как же рядышком. Не, почти нож не выпал, тем не менее, нам выпало 2 Fast Fury. Мы уже в минусе на 800 рублей. Давайте продадим все. Погнали, подкрываем что-то более бюджетное. Может, нам повезет в каком-то кейсе? Камон. Вот, например, легендарный кейс. С легендарного кейса нам могут... Может выпасть AVM Sport V2? Нифига себе. Давайте откроем 2 легендарных кейса. Не, почти, не, прикиньте, если упадет AVM Sport V2, я просто буду орать как девочка. Но это вряд ли, но если упадет AVM Sport V2, это будет просто нереально круто. И мне выпадает... Давай, статрек! Ну, чё, так себе. Давайте все продаем. Идем теперь обратно на главную. Давайте лучше откроем какой-то новый кейс. Вот эти кейсы я никогда в жизни не открывал. Вот, например, кейс нового обновления. Всего лишь 45 рублей. И может выпасть нож-бабочка. Почему бы и нет? Пацаны, кто любит нож-бабочку? Вот прям сейчас напишите в комментариях хэштег нож-бабушка. И вообще напишите в комментариях ваш любимый нож. Давайте. Блин, пацаны, если нам сейчас выпадет нож-бабочка, он перекроет все наши затраты. И мы будем в огромном плюсе. Нож-бабочка. Нож-бабочка! Блин, почти! Статрек! Так, а ну-ка! Почти, продаем все. Давайте еще. Блин, слушайте. Погнали. Пока что мы что-то вообще в минусе. Блин, если выпал наш бабочка, как бы я орал бы. Пацаны, как думаете, выпадет сегодня что-то нормальное или нет? Так. Наш бабочка! Да ну нахрен! 2 ножа бабочки! Мы богаты! Я-то думал, что будем в минусе. Я уже думал заканчивать видео, клянусь. Ни хрена себе. 2 ножа бабочки, 2 ножа бабочки. Мы в плюсе. Вот это да. Пацаны, мы в плюсе. Также, ребятки, на сайте StudyDrop есть другие мини-игры. То есть, помимо кейсов, еще есть мини-игры. Это очень круто. Ну, например, игра Минер. Вам тут надо просто выбирать нужную клеточку. И самое главное, чтобы вы выбирали правильные клеточки. То есть, если вы выбираете правильные клеточки, то вы, естественно, доходите до самого конца. То есть, видите, вот сюда. И ваши деньги увеличиваются там в 5 раз. Ну, вы поняли, да? Ну, например. Так. Ну, вот, например, я уже могу забрать 2500. Уже, прямо сейчас я могу забрать 2500. Вы понимаете? Ну, я хочу дальше. Я могу забрать 3000, вот прямо в эту секунду, и я их заберу. Блин, слушайте, вообще офигенный режим, почти беспроигрышный. Давайте еще раз. Давайте 2000 поставлю. Так, пацаны, 2000, хочу быть в плюсе, поехали. Так, лишь бы на бомбу не попал, лишь бы не на бомбу. Так, пацаны, супер тактика от кента и... Лишь бы не бомба. Блин, слушайте, нифига себе. Блин, я 2000 проиграл. Короче, вот так делать нельзя. Но на этом режиме тоже можно подняться. Да, я получил этот нож флипнайф за 1500 голды. Да, ребята, это не постанова. Я хочу вам рассказать, как я его получил, но там очень длинная история, поэтому давайте так, если вы наберете 8к лайков, то я сниму продолжение и расскажу, как же можно получать ножи за 003. Ну что же, поставьте лайк, хэштег в комментариях го еще, и я сниму продолжение. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.